14 февраля в Воронеже состоялось официальное открытие подземного пешеходного перехода у цирка, который мэрия Воронежа отдала в концессию. Давайте спросим у горожан их мнение об этом масштабном обновлении. Мне нравится, я первый раз туда зашла, и, конечно, намного лучше, чем было. Да просто отлично. Как вам вообще? Ну, очень нравится, да. Как раньше было, и порядок, и хорошо. Все супер. Хорошо, больше магазинов – это плюс. Ну, лучше, конечно, но минусов тоже вполне достаточно. Как и по поводу плитки тротуарной, ну, выглядит, честно говоря, не очень хорошо. Как будто постоянно грязная. Ну и по инженерным системам тоже некоторые бросаются в глаза. Ну, понятное дело, получилось не так хорошо, как было это изначально. Небо и земля, очень здорово. Очень замечательно, мне очень все нравится. Ну, гораздо симпатичнее. Удобный, хорошо. Побольше этих ларечков тут оставили бы. А то почему-то много места свободных. Очень комфортно. Я очарована переходом. Так продумано все. Ой.